Скоро вся страна отметит День памяти и скорби. 22 июня, 78 лет назад, началась Великая Отечественная война. В деревне Татарские Тимяши Батыревского района установили памятник воинам, павшим в годы войны. На 6 гранитных плитах увековечили имена почти 150 земляков. На этом памятнике имена детей, отцов и дедов, односельчан и земляков. Спустя 74 года со дня победы их имена увековечили. Решение поставить памятник приняли жители деревни. Нашему подрастающему поколению, чтобы они не забыли наших отцов, которые нам дали вот такую счастливую жизнь, сложили головы свои и решили поднять памятник. Деньги на мемориал собирали жители двух соседних деревень – Татарские Тимяши и Малые Шигарданы. Собирали по копейке, говорят они. Каждый сдал столько, сколько смог. Всего в фонд средства внесли почти 200 человек. Большую помощь оказали земляки, которые живут в Москве, в Казани, в Перми и других уголках страны. Все, что планировали, все сделали, радуются теперь жители. Ольга Алексеева, Олеся Русакова, Борис Андреев, Республика.